Да, вот после этого, это, значит, меняем интонацию. Значит так, собрать вещички, сделать ручкой истерички, влезть в разношенные боты, докатиться до работы, написать заяву нафиг, задолбал дурацкий график, наплевать на все в натуре, заглянуть на пиво к Юре, обсудить с ним обстановку, приползти на остановку, ехать до аэропорта с мыслью: блин, какого черта? В сердце дырка, все, на вылет. Не спеша пойти на вылет, в самолете сесть к окошку, попросить подать окрошку, извиниться, отшутиться, потрындеть про заграницу, познакомиться с пилотом, спохватиться перед взлетом, самому себе в отместку вдруг послать ей смс-ку, написать: прощай, достала, начинаю жизнь сначала. Улыбнуться, потянуться и в конце концов проснуться. В темноте лежать и слышать, как она спокойно дышит. Спит и знать не знает вовсе, что я чуть ее не бросил.